Готовим яблочный пирог с ванильным кремом. Разбиваем яйцо сразу в кастрюлю для того, чтобы тут же сварить наш крем. Далее сахар 50 грамм. У меня чуть побольше. Щепотка соли и взбиваем яйцо с сахаром. Ванилин, чайная ложка. Крахмала, столовая ложка. Кукурузный. Все хорошо перемешиваем. Вливаем стакан молочка, перемешиваем и на медленный огонь. Крем готов, загустел, аромат обалденный. Делаем тесто. 2 яйца, 100 грамм сахара, щепотка соли. Сахар, 2 яйца, щепотка соли. Взбиваем. Вот такое у нас получилось взбитое яйца и сахар. Вливаем молочко. Перемешиваем слегка. Затем разрыхлитель мы бросаем в муку. Мука 220 грамм. И хорошо перемешиваем. Дальше мы вливаем подсолнечное масло 50 миллилитров. Слегка перемешиваем, слегка. Добавляем муку частями, не всю сразу. И перемешиваем. Все, тесто у нас, все продукты мы в тесто уже ввели. Теперь добавляем яблочки. Все, и тоже все хорошо перемешиваем. Вот такой у меня противень продолговатый. Застилаем пергаментной бумагой, смазываем сливочным подсолнечным маслом и выкладываем наше тесто с яблочками. Все, выложили мы тесто с яблоками. Теперь выкладываем на наше тесто крем. Крем разравниваем по нашему пирогу. Вот так аккуратненько, чтобы не смешивать с тестом. Теперь мы ставим наш пирог в духовку на 180 градусов на 40 минут. Достали мы пирог из духовки. Вот так он выглядит. Сейчас мы его присыпем сахарной пудрой по всей поверхности. Вот так выглядит наш пирожок в готовом виде. Пирог готов. Получился очень нежный, ароматный. Дополнение крем к пирогу. Это очень вкусно. Пробуйте, готовьте. Приятного аппетита!